вас и хотим от всего сердца поздравить вас с Рождеством Христовым. Радуйся, мир, Господь грядет, земля ликуй пред Ним. Пойте вместе с нами, хлопайте вместе с нами. Наш Господь достоин всей хвалы. С небес, радуйся, мир, прими царя царей. И когда он пришел в этот мир, этот маленький младенец, он родился для того, чтобы принести тебе и мне надежду, тебе и мне, принести мир и счастье, и надежду на новую жизнь. Давайте мы сегодня его прославим в этот великий праздник Рождества. Будем петь все вместе. Изменил весь этот мир Иисус.
небесные, мы благословляем Тебя. Господь и Бог наш, Твоему имени мы возносим честь, возносим благодарность в эти зимние праздники. Тогда, когда мы празднуем праздник Рождества Христова. Боже святый, Господь великий, Тебя желаем благодарить, желаем Тебя прославить, Тебя превознести, Отец, за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты послал в этот мир, который пришел для нашего оправдания, для нашего спасения, родился для того, чтобы явить любовь Божью, родился для того, чтобы принести спасение верующим в Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, я благословляю и поклоняюсь Тебе. Имени Твоему возношу честь, славу, хвалу и благодарность. Благодарю Тебя за то, что в этот воскресный день, сегодня мы можем находиться здесь, на этом месте, благословляя Тебя, поклоняясь Тебе, благодаря Тебя, Господь, за все дела Твои, за могущество и величие Твое, за Твою заботу, за Твои благословения, за Твою благодать, за милость, которая обновляется в каждый день, в каждое утро по отношению к каждому из нас. Господь, благословляю, Господь, благодарю, Господь, поклоняюсь имени Твоему. Бог наш, Тебе воздаю честь, Тебе воздаю славу, Тебе возношу благодарность. Иисус, я молю и прошу Тебя, благослови нас сейчас здесь, находящихся на этом месте. Дай нам, Господь, выразить посредством наших молитв, посредством нашего пения, посредством наших уст, Боже, вознося наши руки к Тебе, выразить нашу благодарность, признательность, поклонение, осознавая, что Ты есть Бог, осознавая, что нет подобного Тебе, нет никого, кто мог бы сравниться с Тобой. Благословляю Тебя, поклоняюсь Тебе, величаю имя Твое. Ты благ, Ты достоин славы, Ты достоин поклонения, всемогущий, великий Господь. Благодарим Тебя. Для нас младенец был рожден, с небес пришел Он, с небес пришел Он. Для нас младенец был рожден, с небес пришел Он, с небес пришел Он.
Слава Господу! Господь достоин чести, достоин поклонения. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность сегодня прийти и быть вместе с нами и поклоняться Господу. И еще раз хочу поздравить вас с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Он родился для того, чтобы явить любовь Божью, для того, чтобы явить милость Божью, заботу Божью по отношению к каждому из нас. Мы собрались сегодня здесь, и так как было объявлено ранее, что сегодня мы будем молиться, или же сегодня день служителей, день пастырей, день руководителей церкви Филадельфии. И мы хотели бы, чтобы вы, как те, которые присутствуете на собрании, молились за нас, за рукоположных служителей. Мы нуждаемся в Божьем благословении. И так как мы говорили о том, что если кто-то желает что-то сказать, поздравить, вы это можете сделать в холле, на рецепции, тогда, когда мы встречаем людей внизу посредством слов или нескольких слов написанных, не более этого. Но сейчас более всего я хотел бы, чтобы вы молились за нас. Мы нуждаемся в милости Божьей, нуждаемся в благословении Божьем, осознаем, что наша жизнь в руках Божьих и дело Божье без Бога невозможно совершать. Я хотел бы пригласить сюда на сцену рукоположных служителей Церкви Филадельфии. Пожалуйста, братья, пройдите. И прошу вас, те, которые находитесь в зале, давайте мы поднимемся для молитвы. Для молитвы поднимемся, для того, чтобы молиться. И просим, прострите руки ваши в нашу сторону. Просите, чтобы Господь благословил, чтобы Господь излил благодать свою на этот Новый год, в нашу жизнь, благословил наши семьи и помог нам быть более эффективными, более практичными, лучше служить для славы Божьей, для Царства Божьего. Отец Небесный, Отец Небесный, мы преклоняемся пред Тобою. Боже Святый, в этот день, тогда, когда мы выражаем благодарность, признательность, хвалу только Тебе, всю славу воздаем только Тебе, Боже, осознавая, что мы являемся рабами Твоими, являемся теми, которых Ты призвал в служение, которых Ты избрал, определил на служение, Господь, в этом было Твое благоволение. Боже, Ты распорядился таким образом, и мы молим и просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас. Мы молим и просим Тебя, Господь, чтобы Ты их хранил и оберегал нас. Молим и просим Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам здоровье, чтобы Ты употребил нас и в дальнейшем для расширения пределов церкви, царствия Твоего в этом городе, в этой стране. Боже, благослови наши семьи, даруй нам сил, даруй нам, Господь, здоровье, ведение, управляй, направляй, Господь, вдохновляй, прошу Тебя, Господь, исполняй нас Духом Твоим, чтобы в силе Духа Твоего Святого, будучи исполнены Духом Твоим, мы могли служить, Господь, людям, которые еще не познали, которые приближаются к Тебе, вовлекая их в процесс духовного развития. Господи, благослови. Боже, прибудь с нами. Излей благодать свою на нас. Излей свое благословение в нашей жизни, в наши сердца. Мы нуждаемся в Тебе. Ты необходим нам. Мы понимаем, что Ты есть Бог, источник благодати, источник благословения.
прощения. Благодарим Тебя и превозносим Тебя, всемогущий, великий и славный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Слава Господу! Я приглашаю сейчас, займите места, присаживайтесь. Хотел бы сейчас поприветствовать тех, кто сегодня с нами вместе в первый раз, во второй раз. Давайте мы поприветствуем аплодисментами тех, кто сегодня впервые вместе с нами. Мы говорим добро пожаловать нашим гостям, пришедшим сегодня впервые на служение, находящиеся здесь, на этом месте. Желаем, чтобы Бог благословил вас. Сейчас мы сможем на мониторе просмотреть информационные новости. Участвуй в курсе личного развития, который проводится 4 воскресенья подряд, начиная с первого воскресенья каждого месяца. 4 сессии будут проходить в каждое воскресенье с 13:00 до 14:30. Вы узнаете, как организована и функционирует Церковь Филадельфия, сможете сформировать здоровые убеждения, раскрыть свой потенциал и вовлечься в одну из команд мечты нашей Церкви. На этой неделе Церковь Филадельфия вместе со своими партнерами организовали благотворительный концерт в разных городах Молдовы – в Кантемире, Кишиневе, Елвенах, Сарате-Галбене, а также в женской тюрьме. 46 тонн продуктов были упакованы для 4850 бедных людей. 165 человек, невзирая на холод, упаковали продукты для Кишинева и Елвен. Всего 261 человек из Церкви Филадельфии приняли участие в организации и проведении этих мероприятий. В женской тюрьме на концерт пришло 140 женщин, которые стали свидетелями крещения трех из них. После программы все, находящиеся в тюрьме, получили подарки. На всех концертах Бог был прославлен особенным образом. Его любовь была проявлена через слово и практические благотворительные действия. Регулярно многие христиане собираются вместе в так называемых малых группах, где они вместе молятся, изучают Библию, ободряя друг друга и иногда кушают. Это хорошо, но после они зачастую сами без поддержки выходят за пределы группы, чтобы поделиться Евангелием со своими друзьями, и в большинстве случаев возвращаются весьма удрученными, потому что не были достаточно эффективны в этом. Но Иисус никогда не посылал своих учеников поодиночке, Он посылал их в парах. Апостол Павел отправился на миссию с целой командой. Это потому, что Иисус сказал нам, что по любви между друг другом мир узнает, что мы Его ученики. Я ободряю группу людей быть обществом на миссии или миссионерской командой, где они любят друг друга и посланы все вместе к группе людей. Мы хотим, чтобы эта группа людей увидела миссионерскую команду, в которой люди проявляют любовь друг к другу, потому что по любви узнают, что Евангелие меняет нас. Это может выглядеть по-разному. Это может быть вечеринка, которую мы организуем и приглашаем наших друзей посетить ее. Это также может быть посещение некоторых из нас вечеринки, которую организуют другие люди. Это можем быть мы, приглашающие кого-либо, кто может прийти и послужить вместе с нами другим людям, чтобы те увидели нашу любовь в действии. В любом случае, мы хотим, чтобы люди, которые любят Иисуса, показывали эту любовь друг другу среди тех, кто не знает любви Христа. Целью Христа является миссионерская команда, а не кучка людей, лишенных единства. Хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые на прошлой неделе, на этой проходящей неделе
были активны, жертвовали своим временем. Посредством своих способностей, своих талантов они служили Господу. Начиная с понедельника, упаковывая те подарки, которые на протяжении всей недели, более 40 тонн продуктов были розданы людям. Все это было упаковано руками верующих людей, тех, которые находятся на наших собраниях, которые находятся в этом зале, на 5 собраниях Церкви Филадельфии. Искренне я благодарю каждого за ваш труд, за ваше служение. Благодарю тех, которые служили в служении гостеприимства, помогали при разгрузке, которые организовали музыкальное служение, которые организовали гостеприимство, прием людей, раздачу помощи и всякие аспекты, кто на транспорте, кто в русские служения, кто ездил в другие местности во все эти дни. Верующие люди служили усердно Господу. Я желаю, чтобы Господь благословил вас за ваше участие, за ваш труд, вознаградил, воздал вам во 100 крат за ваше служение. Сейчас обращаюсь к тем, которые, возможно, не были приглашены в Национальный дворец, или же, желая взять билет, получить билет, уже не достался вам билет, и вы задаетесь вопросом: я же тоже хотел получить ту помощь и нуждаюсь в этой помощи, но не получил. Есть такие люди, которые задаются таким вопросом. Я хочу ответить сейчас тем, которые задаются следующим вопросом. Рассматривая концерт, который проходил в Национальном дворце, люди, которые были приглашены, мы как церковь рассматриваем прежде всего спасение неверующих людей, людей, которые не познали Господа Иисуса Христа, люди, которые посещают регулярно собрание Церкви Филадельфии. До концерта, который был организован в Национальном дворце в субботу, всех регулярно посещающих собрание Церкви Филадельфии, более 800 человек, мы пригласили на 2 служения в Церковь Филадельфию в субботу пред Национальным дворцом. И здесь мы оказали помощь. То есть нашим, которые посещают собрания регулярно, мы о вас позаботились до Национального дворца. Более этого, мы оказываем помощь и заботимся о наших людях, о тех, которые посещают регулярно. То, что вы посещаете регулярно, это не в минус вам, не в ущерб вам. Но наоборот, ваша привилегия в том, что вы посещаете регулярно собрание Церкви Филадельфии, и Церковь увидела вас до Национального дворца изначально и оказала вам помощь, также посредством групп ученичества. В группах ученичества, запись которой начинается с этого воскресенья, и перед тем, как подняться в собрание, находиться в собрании, вы увидели в холле списки, столы, кто-то подошел, кто-то прошел, кто-то спросил, зачем, что происходит. Мы набираем людей для нового сезона групп ученичества. Это малые группы, это группы, которые собираются в течение недели, где верующие люди собираются для того, чтобы молиться, для того, чтобы иметь общение друг с другом, для того, чтобы рассматривать нужды нуждающихся людей и оказывать им помощь. Мы помогаем нашим людям посредством групп ученичества, тем, которые регулярно посещают собрания. Мы помогаем вам до того, как организовываем что-то на уровне города, на уровне внешних людей еще, которые не знают Христа. Мы церковь, мы не организация, и мы не сможем восполнить нужды всех бедных людей, всех нуждающихся людей. Около 5000 человек в эти дни, они слышали о Иисусе Христе. Около 5000 человек, в эти дни была оказана помощь. Мы молимся, и наша молитва к Богу, чтобы эти люди более этого пакета с помощью смогли понять благую весть. Нуждающимся людям оказывается помощь с целью, чтобы они смогли понять истину, смогли понять принципы Божьи, чтобы они смогли уверовать в Иисуса Христа, начать служить Господу тому, который восполняет намного больше. Тому, который восполняет не просто физические нужды, но и душевные, сердечные, внутренние нужды человека, которые являются более важными, которые являются более глубокими, нежели просто материальные нужды. Тем самым оказывая таким образом помощь,
Мы не пренебрегаем, но призываем вас, записывайтесь в группы ученичества, посещайте группы ученичества, если вы испытываете определенную помощь. Также для наших людей мы на рецепции предоставляем специальный формуляр, специальное заявление, которое, заполнив, мы можем рассмотреть это заявление и ответить на него. Также у вас есть формуляры. С обратной стороны формуляра, в графе, в нижней части, там написано вопросы, комментарии, предложения, нужды. Если вы испытываете определенные нужды, если вы находитесь в определенных трудностях, сложных ситуациях, запишите вашу проблему, запишите вашу ситуацию, оставьте ваши координаты, и мы свяжемся с вами, рассмотрев ваши нужды. В дальнейшем я хотел бы, чтобы мы смогли молиться Господу. Мы будем молиться Богу за нужды, которые есть в церкви нашей. Молимся о тех, которые проходят через сложные ситуации. Молимся за тех, которые находятся в трудностях, проходят через испытания. Будем молиться, чтобы Господь принес решение, чтобы Господь исцелил, благословил тех, кто тяжело больны. Есть из наших знакомых, из наших близких, которые проходят через трудности, находятся в болезни. А также я хотел бы, чтобы мы могли молиться за сестру Эллу, которая является членом церкви Филадельфии, и в следующие дни она будет выезжать из нашей страны. Она была у нас членом церкви, вместе с нами служила Господу, чтобы мы могли знать, что она будет выезжать, мы будем молиться за нее, чтобы Господь благословил ее там, где она будет жить, там, где она будет служить Господу. Давайте сейчас мы поднимемся для молитвы Богу. Если у тебя есть нужда, если ты проходишь через испытания, если ты ищешь в Господе решение, ищешь ответа на определенную нужду, я приглашаю тебя пройти сюда вперед. Склонить свои колени, если трудно склонить колени, оставайся стоя, пройди вперед для того, чтобы мы смогли увидеть тебя и сказать: Господи, благослови, принеси решение, принеси ответ, яви милость свою, яви помощь свою в той или другой ситуации. Если у тебя есть нужда, ты можешь пройти сюда вперед, и мы будем молиться за тебя. Отец Небесный, мы преклоняемся пред величием, преклоняемся пред могуществом Твоим. Осознаем, Господь, Твою милость, осознаем, Господь, Твою благость. Боже святый, Господь всемогущий, я молю и прошу Тебя о том, чтобы Ты благословил, чтобы Ты, Господь, явил благодать Свою, чтобы Ты прикоснулся рукою Твоей тех, кто находится в сложностях, находится в испытаниях, проходит через трудные ситуации в жизни своей. Молю Тебя, Господь, за тех, кто тяжело больны. Прошу Тебя, Господь, за сестер в церкви. Я молю и прошу Тебя за них, чтобы Ты их исцелил, чтобы Ты благословил, чтобы Ты явил помощь Свою, явил милость Свою. Прошу Тебя, Отец, благослови. Молю Тебя, Господь, за тех, кто прошел сейчас сюда вперед. И здесь, Господь, пред сценой склонил свои колени и в молитве ожидает у Тебя исцеления, в молитве ожидает у Тебя помощи, в молитве ожидает у Тебя решения, ответа. Я прошу Тебя, святый и всемогущий, прошу Тебя, славный Божий, великий Божий, Господь, прошу Тебя, благослови. Молю и прошу Тебя, принеси ответы и решения в нужде, в ситуации каждого склонившегося пред Тобою. Я молю и прошу Тебя, Господь, за близких, за друзей, за родственников, за тех, которые находятся, Господь, в нужде, за тех, которые ищут и ожидают у Тебя милости, ожидают у Тебя благословения, ожидают у Тебя помощи. Господь, благослови и принеси решение. Молю и прошу Тебя, чтобы Ты благословил сестру Эллу в этом переезде, который пред ней. Прошу Тебя, чтобы Ты хранил ее, чтобы Ты, Господь, благословил ее там, где она будет находиться, чтобы она могла также с посвящением служить Тебе, исполнять волю Твою. Прошу Тебя, Господь, благослови. Мы благодарны Тебе, Иисус. Молим и просим Тебя, Христос, восполни по милости, по богатству Своему всякую нужду. Излей благодать Свою, открой наши сердца для того, чтобы мы смогли уразуметь, для того, чтобы мы смогли больше познать, для того, чтобы мы смогли углубиться, живя и поступая по воле Твоей. Благодарим Тебя, великий Божий, благодарим Тебя, святый и сильный Господь, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое превознесено. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое,
да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Господу! Я приглашаю вас сейчас занять места в зале. Пройдите, пожалуйста, на свои места. Каждый из вас, придя сегодня на богослужение, на собрание, при входе в зал получил формуляр, и я приглашаю вас сейчас. Давайте вместе мы заполним формуляр с лицевой стороны. Мы заполняем формуляр вместе, в специально отведенное для этого время, для того, чтобы не возникали вопросы, для того, чтобы избежать шум в зале, но сейчас специально отводим время для заполнения лицевой части формуляра. Прошу вас в верхней части формуляра запишите вашу фамилию, ваше имя, ваше отчество. Если вы записали в графе, которая расположена в правой части формуляра, отметьте то, что относится к вам. Гость первый раз, во второй раз, или же прихожу регулярно на собрание Церкви Филадельфии. Отметьте то, что относится к вам. Если вы пришли в первый раз или во второй раз, Церковь Филадельфия гостям, пришедшим в первый раз, во второй раз, по почте высылает специальный подарок. Для этого мы нуждаемся в вашем домашнем адресе. Вы не обязаны его оставлять нам, если вас что-то смущает. Но если вы желаете получить подарок со стороны Церкви Филадельфии, запишите, какой возрастной категории вы относитесь, номер телефона, улицу, по которой вы проживаете, номер дома, номер квартиры, город, район, почтовый адрес, электронный адрес. Если вы пришли в первый раз или во второй раз, как вы узнали о Церкви Филадельфии? Запишите эту информацию с лицевой части формуляра, заполнив формуляр. Я прошу вас отложить его в сторонку. Ближе к завершению служения мы заполним обратную часть. Сейчас сестра Инна прославит Господа, для вас, для славы Божией, споет песню. Нашла там рассказ, как родился Христос и мир спас. Свет сожгли мне в душе те простые слова, словно кто-то писал для меня. Это для меня. Подойду, чудеса. Был рожден и спрошу небеса, почему я прощен, как же мне то понять, я песчинка в твоих лишь руках и всего. Подойду, чудеса.
был рожден, и спрошу небеса, почему я прощен? Поздравления, колядки, посевалки. Этого достаточно? И это все? В Новый год будет все по-старому, если не примешь новые решения. Приходи, чтобы выяснить это вместе. В январе этот год может быть лучше. Меня зовут Александр, и желаю выразить вам, тем, которые пришли сегодня сюда, свою радость. По этой погоде, в мороз, вы решили, избрали прийти сюда для того, чтобы услышать то, что так необходимо каждому человеку, услышать, принять Слово Божье. И вместе с нами, кто пришел сюда, также есть те, кто находится у экранов своих компьютеров. Мы также говорим вам добро пожаловать, и мы рады, что вы с нами. Также эту запись будут смотреть и наши братья и сестры, которые находятся в тюрьме, и мы также желаем им, чтобы Бог благословил их. Говоря о этой новой серии, которую мы назвали «Новый год, новый человек», каждый из нас с прошлого воскресенья сегодня ожидает нечто новое. Новое для себя лично, для того, чтобы стать другим человеком. Чтобы в новом году все-таки в его жизни произошло нечто особое. В прошлый раз, делая введение в эту серию, мы говорили о том, что ничего нового не может произойти в человеке, в его жизни специальным образом, если он не поставит перед собой какую-то цель. И ставя перед собой цель, конечно же, направленную на улучшение, не на ухудшение, каждый из нас, мы друг другу желаем что-то хорошее. Начиная Новый год, мы, каждый из нас, желали своим друзьям, родным, знакомым хорошего в Новом году. И ставя перед собой цель и
призывая или желая что-нибудь хорошее человеку, мы рассчитываем на то, что это случится в его жизни. Когда желают нам, мы также ожидаем, что и у нас это произойдет. Но то, что поняли мы в прошлое воскресенье, что этого недостаточно. Мы можем желать другим людям, мы можем слушать пожелания от многих людей, но есть нечто, которое может препятствовать этому. Мы поняли, что нам необходимо изменение, чтобы мы становились другими. И не хватает всего лишь поставить перед собой цель, и чтобы нам пожелали достичь этой цели. Мы поняли, что нам необходимо изменение, которое подразумевает под собой действие, конкретное действие лично с нашей стороны, потому что любое действие – это жизнь. Мы двигаемся и мы живем. И мы понимаем, что самое дорогое, что есть у нас сейчас, и мы распоряжаемся этим, это великая ценность и есть та жизнь, которую мы живем. И эти ценности, которые мы с вами разделяем, на самом деле это есть та мера успеха, которой обладает каждый человек. Запись всех этой презентации мы выставим на нашем сайте, и вы сможете посмотреть заново, порекомендовать вашим друзьям и знакомым. В тот раз мы говорили о том, что первая презентация из этой серии будет касаться новой природы человека. Любое изменение, любой рост, любое развитие, оно начинается с нечто нового, а именно с рождения. Сегодня мы будем говорить о новой природе. Так же, как рождаются люди, так же, как рождаются растения, животные, так же происходит и некоторый процесс возрождения человека. Духовное возрождение человека, о котором так много говорится в Библии. Наверняка у вас на слуху было такое выражение «рождение свыше». Вы читали наверняка места из Библии, либо на собрании, либо в малых группах и встречали это выражение «родиться свыше». И наверняка у вас были вопросы, что это такое рождение свыше? Как это происходит в человеке? Для чего это? Каким образом это можно обусловить, чтобы это случилось в моей жизни? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе. И для того, чтобы не быть голословным, я хочу привести вам свою личную историю. Каким образом я стал верить Богу, доверять Ему, и что произошло в моей жизни. С самого начала, когда я родился на этой земле, будучи ребенком, я не был верующим человеком. Я не знал Бога, я не знал верующих людей. Я родился в Советском Союзе, где, в принципе, об этом не говорилось. И первый раз, когда я услышал слово «Бог», было где-то в возрасте 5-6 лет, шепотом на ухо, мне одна женщина сказала, что вот есть Бог. Для меня это было непонятным, неизвестным, нигде это нельзя было потрогать, пощупать, увидеть, поэтому это стало для меня только красивой историей. Какое-то большое, кто-то большой, где-то есть, и на этом завершилось мое узнавание Бога. Будучи уже в школе, в первых классах, я жил так, как жили все мои сверстники. У меня была семья, отец, мать, родственники. Было все хорошо, был в семье достаток. Мы не нуждались особо ни в чем, и вроде бы жизнь была прекрасна. Мы игрались каждый день, будучи детьми. Нас не сильно заставляли работать,
мы были довольны, ожидая каникул, шли в школу, все было хорошо. Но в моей жизни случались некоторые моменты, которые как будто бы обрубали и уничтожали всю эту радость. Вот она была, все было хорошо, но в какое-то мгновение это все исчезало. Вдруг почему-то стали в моей жизни происходить вещи, которые я не мог себе объяснить. Когда я был в 3-м классе, погиб трагически мой сосед, который был старше меня где-то на 5-6 лет. Это было первое переживание, которое, образно говоря, очень сильно ударило по моей жизни, по моему разуму, сознанию. Я 3 дня не мог спать и размышлял о том, что это такое смерть. Человек исчезает, и больше никогда я его не увижу. Что будет дальше? Как будет дальше? Задавая эти вопросы, видя скорбь людей, которые плакали на похоронах, видя плач, видя вот этот разрыв полностью между мной и этим человеком, я не знал ничего. И, конечно же, я ни к чему не мог прийти. И эти вопросы оставались в моем разуме, в моем сердце. В 6-м классе погибает мой самый близкий друг, который жил от меня за 2 дома. Погибает в ситуации, которая была обыденной, в которой мог оказаться я. Он поднял рукой оголенный кабель и умер на месте. Знаете, эти события, произошедшие в моей жизни, не давали мне покоя. Я не знал, что будет дальше. Наверняка в твоей жизни были ситуации, в которой ты тоже задавался себе вопросом, что будет дальше. Я понимал, что когда-то вырасту. Я осознавал уже в этом возрасте, когда уже был в 6-м классе, уже довольно-таки ясно понимал, что когда-то и мои родители будут пожилыми и должны будут умереть. Я понимал, что я вырасту и тоже состарюсь и тоже умру. И эти вопросы, которые были в моей голове, в моем сердце, не давали мне никакого покоя. Я постоянно думал. Иногда ночами просыпался и размышлял, а что дальше? Видя книги по астрономии, понимая немножко механизм, какая наша Земля и что такое космос, в 2 словах, читая доступную литературу, я понимал, что Вселенная огромна. И снова вопрос, а что будет дальше? Что будет дальше? Что будет дальше? Я не знал. И это было серьезным событием, препятствием в моей жизни. С одной и с другой стороны доносились разные информации. Кто-то говорил о том, что мы переродимся и будем другими животными, растениями. Кто-то говорил о том, что мы просто исчезнем как пар и больше ничего не будет. Кто-то говорил, что мы не знаем, что будет. И этот поиск в то время, который был неосознанным, привел меня к тому, что я начал открывать Библию, ища ответы на вопросы и не понимал ничего, что там написано. В то время уже в моей жизни были люди, появлялись люди, которые могли мне сказать немножко больше о Боге. И ухватившись за эту идею, что есть какой-то Бог, у меня появилась надежда, что а вдруг этот кто-то, который бесконечен, сможет что-то в мою жизнь принести. И то, что было во мне, этот страх, возможно, возьмет и просто удалит.
сравнивая его со своими родителями, в руках которых я чувствовал себя безопасно. Я искал какого-то убежища в нем. Сегодня, конечно, размышляя и анализируя себя в прошлой жизни, читая места из Писания, которые рассказывают о восстановлении связи с Богом, по-другому воспринимаешь то, что происходило. Но ситуация, которая была у меня, и наверняка была и у вас, и ситуация, которая была у нас с вами, была и у тех людей, которые жили, когда Иисус был на этой земле. Сегодня вечером я приглашаю вас, побуждаю вас, прочтите Евангелие от Иоанна, 3 главу, где пришел человек очень образованный и даже знающий Библию к Иисусу и задавал ему вопросы, желая, думая, что поставит его в тупик, может быть, желая, думая, найти нечто, что терзало его. Он спросил его о том, как же войти в Царствие Небесное, как же быть частью этого Царствия. Никодим хотел, понимал, что он должен как-то неформально, не исполняя какие-то обряды, восстановить отношения с Богом, но что-то особенное должно быть в его жизни, чтобы он смог войти в Царствие Божье. На что Иисус отвечает словами, которые наверняка Никодим не ожидал от Него. Словами, которые сегодня многих людей ставят в тупик. И они радуются этому, говоря, а Библия, книга, которую написали непонятные люди, там все запутано, непонятно, противоречиво, это все неправда. Слова, которые сегодня могут нам помочь разобраться в том, что такое рождение свыше. Итак, 3 глава, 3 стих звучит следующим образом. Иисус сказал, «Говорю тебе истину, никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден». Рождение свыше – фраза, которая прозвучала с уст Иисуса по направлению к Никодиму, который был образованным человеком. Как так рождение свыше? Что значит «заново рожден»? Что происходит вообще и почему этот учитель, как он его называл, не признавая в нем ни Бога, ни пророка, только учителя, может говорить такие вещи, и в принципе, почему он так говорит. В сегодняшней позиции я мог четко обозначить те моменты в моей жизни, когда происходило это перерождение. Будучи студентом, поступив в университет, я пообещал своей матери, что пойду один раз на собрание. Она уже была верующей в то время. И в тот день, это было 3 января, проповедник говорил о страданиях Иисуса. Почему-то. Хотя должен был говорить по идее о Рождестве, ведь тогда было Рождество, близко к этому. Но он говорил о страданиях Иисуса, о том, что Он пришел в этот мир для того, чтобы отдать свою жизнь и оплатить наши грехи, восстановить наше отношение с Богом. К тому времени у меня уже была детская Библия. Я иногда читал истории про Самсона, про Голиафа, про Давида, про Иисуса, но все это было только на уровне литературы, как обычные сказки. Но в тот день, когда я был уже на третьем курсе, в тот день со слов проповедника прозвучали слова, которые очень сильно коснулись моего сердца. И тогда я понял некоторые вещи, но не на уровне моего разума. Где-то вот здесь, внутри, я понимал, что эти слова звучат ко мне лично. Что те крюки, которые впивались в тело Иисуса, впивались в Него из-за меня. Знаете, в той церкви, где это происходило, был такой обычай.
Те, которые хотели примириться с Богом, заранее говорили об этом пастырю, служителю, говоря о том, что вот такого-то числа я хочу прийти и покаяться. Я хочу прийти и отдать свою жизнь Богу. Как-то они планировали эти события. Это происходило обычно там, но в тот день почему-то на вопрос пастыря, кто хочет принять Иисуса, я не смог удержать свою руку. Я поднял ее вверх и сказал, что я хочу. Мой отец, который не был на собрании, он обиделся на меня. Почему я не предупредил его, что хочу покаяться? Но после этих слов пастыря что-то произошло внутри меня, и я понял, что я должен это сделать. Я не могу этого не сделать. И этот процесс, который начался внутри меня, он продолжал дальше изменять меня изнутри. То, что тогда произошло в моей жизни, это был мой первый духовный опыт. С того дня, выйдя с собрания, идя домой, я понимал, не знал как, не знал почему, не знал что дальше, но я понимал одну истину, вот здесь, внутри, что я больше не буду таким, каким я был до сих пор. Происходят в жизни человека какие-то изменения, после которых ему не хочется делать то, что он делал до сих пор. Слова, дела, поступки, отношения – все это стало настолько противно мне, что я не имел проблем, чтобы отказаться и оставить это в стороне. Бог производит в человеке нечто особое, сверхъестественное, независимо от того, кто он, грешник или религиозный человек, каждый человек нуждается в этом духовном перерождении, в этом преобразовании, которое совершает Бог внутри человека. В 6 стихе, в этом же отрывке, в 3 главе Евангелия от Иоанна, еще есть такая фраза, что от плоти рождается плоть, а дух рождает дух. Это происходит внутри человека. Это и есть рождение свыше, это есть преображение. Сейчас мне уже проще об этом судить, и я понимаю, как это произошло и что сопутствовало этому. Давайте увидим и разберем, как это может произойти и в твоей, лично в твоей жизни. Для этого мы пойдем дальше и в этой же главе разберем 2 стиха, которые описывают нечто интересное. И как Моисей поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын Человеческий, чтобы каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную. И Иисус после этих слов по отношению к Никодиму о рождении свыше приводит в пример историю из Ветхого Завета, где описывается поднятие медного змея на столбе. Вопрос – почему? Что общего имеет одно с другим? В то время, тогда, евреи были наказаны Богом за непослушание. И для того, чтобы спасти их от укусов змей, которые были насланы на них, было дано Богом следующее постановление. «Сделай змею, повесь ее на высоком столбе, и те люди, которые посмотрят только на эту медную змею, не умрут». Странно, почему? И наверняка с тех пор люди начали делать каких-то золотых идолов, думая, что столб, крест, идол приносит жизнь людям. Но смысл был в том, чтобы не посмотреть, не коснуться того змея, а чтобы поверить тому, что было сказано Богом по отношению к человеку. В Библии есть золотой стих. Может быть, некоторые из вас знают его хорошо.
Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы встречаем некоторый акт, который ожидается от человека. Акт веры. Каждый верующий в Него, тот, кто поверил, тот, кто сказал Ему: «Я верю Тебе, и я буду действовать так, как говоришь Ты», этот человек не погибнет никогда, но будет иметь жизнь вечную. Наверняка в то воскресенье, когда я покаялся, когда я поднял руку, я поверил Богу. Я поверил, что Он умер ради меня лично. Мне было все равно на всех остальных, на том месте, в том доме. Был только я и Бог в тот момент. И я понял, что Он ради меня это сделал. И знаете, что произошло? В моей жизни исчез страх. Я перестал бояться смерти. Я перестал бояться неизвестности. Я перестал вообще, в принципе, думать об этом. Но когда я возвращался с мыслями или мысленно к тому, что было в моей жизни в прошлом, я был настолько уверен, что Бог позаботится обо мне, что этого страха просто я не чувствовал, его не было. Здесь было решение моей проблемы. И Иисус решил этот вопрос, Он освободил. Кроме того, что у меня исчез страх, я вдруг осознал, что я больше не хочу, но мало того, что не хочу, мне противно делать то, что я делал до сих пор. То, что касается алкоголя, курева, других плохих вещей, не просто я себя заставлял этого не делать, я уже не мог этого делать. Я уже, мне просто не поворачивались руки к тому, чтобы это делать. В то время я жил в общежитии, и наверняка вы понимаете, что общежитие – это нечто особое. Это не просто отдельная квартира. Это место, где живут много людей в одной комнате. И я жил с ребятами, которые были моими друзьями, с которыми мы проводили очень много времени вместе, делая не совсем хорошие вещи. И почему-то я приехал к ним и вдруг перестал это все делать. Они мне говорили: «Ты больной на голову, ты перестал это делать. Что мы с тобой будем сейчас здесь делать? Нам с тобой неинтересно». Наверняка в твоей жизни были моменты, когда ты пытался от чего-то избавиться, но не мог. В Иисусе есть это решение. В Иисусе есть это решение. И именно это рождение свыше, это преображение в человеке является результатом веры, когда человек верит Богу и обретает убежденность в том, что необходимо дальше ему делать. Это и есть те изменения, в которых нуждаются люди, живущие на этой земле. Если ты желал другим людям хорошего в этом году, тебе желали здоровья, счастья, успеха в этом году, знай, что изменения в твою жизнь придут только тогда, когда ты поверишь тому, что говорит Бог. Тебе придется избрать тот путь, который тебе не совсем удобно избирать, поверить Богу. Мы обычно избегаем этого. Мы хотим по-другому решить свои вопросы. Мы хотим по-другому, чтобы в нашей жизни пришла радость и счастье. Но только единственный путь может нам это обеспечить. Вера в Господа нашего Иисуса Христа. Аминь! Дорогие друзья, уважаемые гости, может быть, ты думал так же, как и я, об этой жизни, об этой земле, о своих родственниках, близких и друзьях, которые покинули этот мир, и ты спрашивал себя: а что будет со мной? Иисус является тем, кто может
ответить и помочь тебе в этом вопросе. Веря Богу, читая Библию, будучи честным с самим собой, я понимаю, что я грешник. Мы можем лукавить, говоря, что я хороший, вот тот плохой, а я хороший. Нет. Библия называет людей грешниками. И решение для этих людей только в Иисусе. Он может простить, освободить, дать новую жизнь и благословить нас жизнью вечной в Царствии Небесном. Рождение свыше – первое духовное переживание в жизни человека. В Римлянах мы читаем еще такие слова, которые немного проясняют нам, что делать дальше. Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен. Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение. Эти слова, которые сегодня являются основными для тех людей, которые желают изменения и понимают, что не только пожелания принесут в жизнь его изменения, но некоторые конкретные действия, действия, которые описаны здесь. Вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение. Есть люди, которые с собой борются, думая о том, что они никогда не смогут достичь праведности, не смогут избавиться от греха, не смогут избавиться от алкоголя или табака. Вера сердца дает человеку праведность. Исповедание уст, второй вопрос, который также интересен. Почему я должен исповедовать устами, говорить всем, что я верю в Бога? Я вам задам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, когда кто-то перед вами провинился, было такое в вашей жизни? Когда кто-то перед вами провинился и был виноватым, хотели ли вы, чтобы этот человек просто подумал в мыслях и сказал вам мысленно: «Прости меня»? Или вы хотели, чтобы он подошел к вам и произнес лицом в лицо: «Прости меня»? Что бы вы выбрали бы? Мы хотим, чтобы нам произнесли эту фразу. Мы хотим, чтобы нам сказали это. Дорогие друзья, в наших словах, которые произносим мы, есть что-то, которое может нас провести, принести это спасение, в котором мы так сильно нуждаемся. И они идут вместе, рука об руку, вера нашего сердца и наши уста. Бог хочет, чтобы мы могли материализовать наши переживания в наши слова, обращенные к Нему. Может быть, сейчас ты думаешь о своей жизни, думаешь о том, что происходит в твоей жизни, и видишь себя в таком положении, где есть неуверенность и страх перед будущим. Знай следующее, что ты можешь пережить прощение. Ты можешь пережить освобождение, ты можешь быть наполнен миром Божьим на этом месте, прямо сейчас, и понять, что можешь стать другим. Я приглашаю вас подняться. Подняться, и я обращаюсь к тем, кто находится в этом положении, кто желает сегодня пережить прощение в своей жизни, избавиться от страхов, от боли, от неизвестности будущего и наполниться миром. Я хочу помолиться за вас и попросить, чтобы Бог ваши сердца наполнил миром. И те, которые верят Слову Божьему, я приглашаю вас выйти сюда наперед для того, чтобы наполниться этим миром,
для того, чтобы получить прощение от Бога сегодня, здесь, на этом месте. Не стесняйся того, что происходит в твоей жизни, потому что это было и у меня. Если ты хочешь прощения, выходи сюда, мы будем молиться об этом. От тебя только нужна одна простая вещь. Верь Богу. Верь тому, кто обещал это, и ты увидишь, что эта вера в твою жизнь принесет нечто особое, и с этого дня ты будешь другим человеком. Веря Ему, сегодня мы можем обрести новую жизнь. Веря Ему, мы сегодня можем избавиться от страхов. Веря Ему, сегодня в жизни человека может происходить сверхъестественные вещи. Я буду молиться о вас, чтобы Бог благословил, и чтобы вы смогли пережить сегодня рождение свыше, чтобы вы сегодня смогли исполниться миром Божьим, чтобы вы сегодня смогли увидеть, что Бог любит вас. Те остальные, я призываю вас, давайте молиться об этих людях. Они сегодня в своей жизни сделали особое решение поверить Богу. Не просто выйти наперед, не просто прочитать какую-то молитву, не просто, чтобы мы за них помолились. Эти люди сегодня, они избрали поверить Богу. И эта вера, та вера, которая несет жизнь, вечную жизнь людям. Великий наш Господь, мы благодарны Тебе за милость Твою, превозносим и благословляем Тебя. И сегодня, Господь мой, мы молимся об этих людях, которые сегодня находятся здесь и желают поверить Тебе. Прошу, благослови их сердца. Они сегодня избрали тот путь, путь, который находится пред ними, и мы просим, чтобы Ты благословил их в этом. Мы просим и молим об этом во имя Сына Твоего, и мы желаем, чтобы, Господь мой, они смогли в своем сердце почувствовать Твою любовь. Мы благодарны Тебе за милость Твою, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Те, которые вышли сюда, я прошу вас своими словами, давайте скажете Богу то, что у вас есть в сердце. Я произнесу молитву, и я приглашаю вас повторять вместе со мной. Великий Бог, мы сегодня решили поверить Тебе, и прошу сегодня, освободи меня от страхов, от неуверенности, от того, что я хочу делать грех. Помоги мне больше не делать его. Когда я буду читать Библию, помоги мне понимать то, что там написано. Когда я буду молиться, прошу, помоги мне, чтобы в моем сердце росла вера. Потому что я решил с этого дня и дальше верить Тебе, великому Богу. Я прошу об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Читайте Библию, молитесь каждый день, и в вашей жизни вы увидите, как Бог изменяет ваши сердца. Я прошу вас, займите ваши места. Далее, когда мы говорим о рождении свыше, когда мы говорим о том, что человек рождается свыше, мы не можем утаить то, что происходит дальше в его жизни. После этой акта веры происходит рождение свыше, открывается Царствие Божье перед человеком, он обретает вечную жизнь с Богом, и это рождение свыше является реальным, видимым и сверхъестественным в жизни человека. Когда освобождается он от греха, когда изменяется его отношение с людьми, когда он по-другому начинает относиться к Библии. С этого дня для вас Библия не таинственная книга, которая держит в себе
нечто неизвестное, но это слова Бога, которые обращены к вам. И с этого дня в жизни человека начинается рост. Как и рост ребенка после рождения, как и развитие любого растения после его рождения, так же происходит и в жизни человека, происходит естественный процесс роста. И для того, чтобы вам, дорогие друзья, было хорошо и приятно развиваться, для того, чтобы вы могли успешно это делать, мы приглашаем вас в малые группы. Для того, чтобы там вы смогли получить поддержку, чтобы там вы смогли научиться читать Библию, научиться молиться и развивать отношения с верующими людьми там, на том месте. Ведь мы никогда не оставляем новорожденных младенцев без присмотра, не так ли? Мы никогда не оставляем их, чтобы они сами кушали, сами одевались, но каждый из нас после перерождения нуждается в заботе. Лидеры, которые есть в этой церкви, готовы сегодня, с сегодняшнего дня, в течение 3 месяцев заботиться о вашем духовном развитии. Если ты уже верующий, ты можешь стать одним из тех людей, которые могут помочь тем, кто сегодня в своей жизни обрели рождение свыше. Иисус говорит: «Тот, кто поверит и принят крещение, тот будет спасен». Читая эти слова, в своей жизни, в те времена, я задавался вопросом. Я родился свыше, я преобразовался, а что дальше? Какие мои дальнейшие шаги? И читая слова Иисуса о крещении, я спрашивал себя, а надо ли мне это крещение? Зачем мне перед всеми заходить в воду? Зачем мне окунаться? К чему это нужно? Ведь я уже избавился от страха, ведь я уже избавился от смерти, от неизвестности, я уже не люблю грех, у меня все хорошо. Зачем еще нужно и это? Но читая Библию, я видел, что там есть очень много мест, которые описывают крещение тех людей, которые поверили Иисусу. И эти вопросы, которые наверняка есть и у вас, мы разберем на следующем нашей презентации. Через неделю на этом месте мы с вами будем говорить о мифах, которые есть о водном крещении, говоря о новой личности, которая является новым человеком на этой земле, в присутствии Божьем, в видимости всех людей. Говоря об этом, я приглашаю вас через неделю также прийти для того, чтобы мы смогли рассмотреть следующую презентацию. Давайте возьмем формуляр, который вы получили, который вы уже заполнили, лицевую часть, и на обратной стороне мы оставим некоторую информацию, которая нужна нам и которая нужна и вам. Если вы сегодня решили на эту новую жизнь и вышли молиться и хотите пережить или уже пережили изменения, прошу, отметьте это в формуляре. Мы желаем дальше молиться о вас, чтобы Бог вас укрепил, благословил. Если вы сегодня желаете расти и развиваться и желаете записаться в одну из групп, отметьте это в формуляре, и мы позвоним и представим вам, и поможем выбрать наиболее подходящую группу для вашего личного духовного развития. Либо вы сможете внизу при выходе на столе выбрать подходящую группу для вас, выбрав день, время, где вы и вам удобнее встречаться в этой малой группе. Если вы желаете принять водное крещение, которое будет 29 января, у вас нету сомнений, нету вопросов, мы готовы крестить вас по вашей вере в Иисуса. Прошу вас, отметьте это в формуляре, если вы желаете его получить. И, конечно же, я жду вас на презентации в следующее воскресенье.
правой стороны я прошу отметить тех людей, которые желают вместе с нами служить, что они хотят стать частью команды мечты. Мы вместе с вами будем служить нашим гостям, которые приходят сюда. С этого воскресенья мы начали курс личного развития. Если вы также желаете быть частью этого курса, вы еще сегодня можете на него записаться. Если вы желаете к нам перейти из другой церкви или желаете поговорить с кем-то из нашего руководства, мы готовы вам предоставить такую возможность. Если у вас есть вопросы, предложения или у вас есть молитвенные нужды, о чем можем мы молиться о вас каждое утро, прошу вас, запишите это внизу в формуляре. И также вы в этом конверте можете оставить ваши десятины, помощь для миссионеров или пожертвование, вложив в конверт и подписав то, на что эти деньги должны уйти. Если вы завершили запись, давайте поднимемся и попросим, чтобы Бог благословил нас в это начало нового года с этими новыми решениями изменения, решениями развития в этом новом году. Великий наш Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое живое, которым Ты обновляешь нас, Ты даешь нам новую жизнь, Ты преобразовываешь нас, и мы благодарны Тебе за это, великий наш Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем сегодня верить Тебе и видеть, что эта надежда, эта вера, это доверие Тебе, оно не постыжает нас, но дает нам новую жизнь. Мы благодарим Тебя за это, великий наш Бог. Помоги, Господь, людям сегодня, тем, которые решили начать расти, хотят изменяться, благослови их в этом. Мы благодарим Тебя, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
завершаем четвертое собрание Церкви Филадельфии. Желаем, чтобы Бог благословил вас и сохранил вас в пути домой. С Богом!